Циркумфлекс пиражата, с вами Старперы, продолжение прохождения Inmost. И, как вы помните, я теперь буду играть за другого персонажа. Не за того тщедушного пацанчика, который ничего не мог. А вот за этого пацанчика, который вроде как... Ни хрена себе! Холоден был искры свет, и страшна была света цена. Я хотел сказать, что он умеет драться, но он еще умеет и нихера вот так на крюке летать. Мое почтение. Ой. Блин, надо было там сначала сделать что-то. А что, у меня КД какой-то? А нет. Просто с ноги. Так, только мне ж ничего не дают за это, правильно? Или неправильно? Так, блин, он не прыгает, подожди, а как? Какие-то шипы я зассал, в общем, в ту сторону. Ага. О, так я даже не умираю, смотрите. Ну, с одного удара, в смысле. И служили хранителю многие из страха. Упс. Но многие служили из алчности, веря, что исполнит хранитель желания за службу эту. Так. И собирали они боль для хранителя в землях его. И множили боль они сами. И чернели сердца их. Какой-то очень жесткий чувак. Очень жесткий. Просто пипец, кошмар. Так, окей, а эта штука пропала таки. И снова я играю каким-то... О, смотрите, активно теперь эта хрень. Ага, и вот сюда я принесу шестереночку. Вот теперь-то все понятно. Так и знал, что шестереночка понадобится, но видите... Потребовалось... провести некоторые манипуляции, продвинуться немножко дальше по сюжету для того, чтобы завладеть ею. Но в итоге именно она нужна для того механизма. И я смогу подняться наверх, как и планировал. Вот так. Так, а как мне... Ага. О. И это у нас... Эта штучка... Так, а подожди, а как мне вниз-то спуститься? Постойте. А я хочу вниз.
А, вон с той стороны я по лестнице каким-то образом спущусь. Ну, сначала поднимусь наверх, потом спущусь. Ладно, ладно, вопрос. Да какой... Господи, он начал косить. Не дайте мне рыцаря обратно. Я буду ему служить, потому что он не дрыщ. Как вам план? Господи, кабан. Блин, я вот туда боюсь идти. Так, и чё? Пожалуйста, не спускайся вниз. Ну, в смысле, спускайся, но не так. И сейчас меня эта хрень убьет, гля. А, нет. Блин, я просто упал. Так, а может быть я здесь как-то могу что-то сделать? Ну, нахрена-то я ж эту штуку... Ладно, забейте. Что это такое? Так, и здесь использовал, и что? Че? Ну отпусти, что я делаю? Ни вперед, ни назад не могу. Зато вот свалилась штука. И могу травку покосить. Ну, ну, типа, неплохо. Может, мне как-то веревочку сюда нужно прицепить, слушайте. Ну как? Ладно, сейчас будем смотреть, что куда. Привет! Эй, там! Поднимайся наверх. Не вопрос. А ты? Ты что? Эй, не трогай подушечку. Я сижу на этом дереве несколько дней. Даже не спрашивай, что было в ведре. Хорошо. Договор. А это что такое? Ладно, пойдемте перетрем. Ох-ох, привет. Я застрял. Я исследователь. Я исследовал башню, когда мост заклинило. А у генератора кончилось топливо, и он теперь не опускается. Хорошо, что у меня на этом дереве есть кроватка и подушечка. И чайничек. Никогда не выходи из дома без чайничка, слышишь? И без телескопа. Это мое кредо с 11 лет. Нормально. Ах да, я застрял. Нужно завести генератор, чтобы пустить мост. Ты поможешь мне? Думаю, я прятал топливо в пещере у дерева. На дереве, как ты видел, очень удобная система кранов. Она поможет поднять топливо. Всего-то и нужно, что... Найти канистру, перетащить канистру под кран, скинуть крюк, зацепить крюком канистру, поднять канистру, отцепить канистру с крюка, скинуть другой крюк, перетащить канистру, зацепить канистру крюком, подняться выше, поднять крюк, снять канистру с крюка, перетащить канистру под последний крюк, зацепить канистру, подняться наверх, поднять крюк, снять канистру, перетащить канистру. Залить канистру, гения. Генератор. Видишь, все очень просто. А главное, жизненно. Ох, точно. Возьми это, пригодится, чтобы открыть пещеру. Так, монтировочку мне какую-то дали. Я, кстати говоря, понял, почему у меня иногда проблемы с передвижением, потому что, смотрите, вот это я двигаюсь на крестовине, вот это я двигаюсь на левом стике, а вот это я двигаюсь на правом стике, то бишь на обоих стиках и на
собственно говоря, крестовине, бинды на управление персонажем, а я просто на автомате иногда маслаю правый стик, чтобы осмотреться, как в других играх, где есть возможность осматриваться. Только здесь ее нет. Вот такие пироги пирожата. И, видимо, из-за этого у меня и подглючивает время от времени. Ну и плюс еще это... Ага, ключ. Еще проблема в том, что иногда она... Так, отпусти. Иногда крестовина чудесного дуалшока срабатывает тоже кривовато. Ну, я вам показывал на стриме Dead Cells, когда я жму вправо просто. А он почему-то берет и присаживается, например. Ну, это нет, это не из-за крестовины. Это я тупенько. Да, блин. Почему я таким каличем играю? Можно я буду играть каким-нибудь борцухой, братухой? Забейте. Вот это вот сейчас был правый стик. Опять чисто на рефлексе. Интересно, я если вот отсюда сигану. Я вот ушатаюсь. Да, ну я был близок к пещере, был, вы видели. Ой, стойте, давайте-ка на самый верх. Так, а что мне дали? Нет, не то. А есть у меня типа инвентаря что-нибудь? Настройки. А, это главное меню, неожиданно. Ну ладно. В смысле, давай? Бляха, чувак, в чем проблема? Вот серьезно. Не понимаю. Я думал, что мне вот для этой штуки что-то дали. А нет. Ни хрена не для нее. Все, теперь я могу взламывать эти сундучки. Хорошо. Надеялся, если честно, что здесь будет ключик, но сердцем я знал, что ни хрена здесь ключика не будет, и что это именно, ну, этот коллектибл. Давай мы еще раз выслушаем твои инструкции. 3 дня назад у меня закончился чай. Я пробовал заваривать листья с дерева, но пока не решил, лучше ли они на вкус, чем солома из матраса. Мой домик прямо за этим мостом. Я так хочу домой. Так что юзать-то, алло, Валера? Ой, вы видели там? Там слева какая-то хрень. Ой. Так, прикольно. А, блин, я думал, это руки и башка чья-то. И уже немножко испугался. Ах, человек. Подойди, не бойся. Что это за блеск на твоих руках? Эти сияющие камни. Ты знаешь, что это? Ах, это боль. Сладкая боль. Дай же мне посмотреть на нее. Все живое испытывает боль. Каждая травинка, каждая букашка. Но найти ее непросто. Немногим это дано.
Ах, замок расширяется. Он поглощает эти земли. И он приносит с собой боль. Огромная тварь жила здесь. Она не знала ни радости, ни печали. Эмоции были чужды ей. Это было хорошее время. Она охотилась и кормила сотни своих детей. Но свет искры гаснет, и мир никогда не будет прежним. Ее дети стали меняться, замок коснулся их. И вместе с замком пришел страх. Она заперта с ними, она боится их. Они травят ее. Однажды она умрет, и, возможно, так будет лучше для всех нас. Замок и башня за моей спиной. Они не всегда были здесь. Когда-то свет искры был ярок, а мир полон жизни и цвета. Но была и тень, и были маленькие существа, что жили в ней. Ах, как и во всех, боль была в этих существах. Но они почти не замечали ее. Они были счастливы. Но однажды что-то изменилось. Это была не их вина. Все меняется и течет. Они больше не хотели быть маленькими и слабыми. И они решили, что кто-то другой должен быть слабым, чтобы они могли быть сильными. Они выбрали одного. Они копили свою боль, они мешали ее со злобой. Они выплескивали ее в одного. И им казалось, что они становятся сильнее, пока слабел один, сгибаясь. Это была не их вина. Но земля менялась вокруг существ. Земля менялась вокруг одного. Никто не видел, как это произошло. Мягкая земля стала камнем, и почернела трава, рассыпавшись пеплом. И камень за камнем стены поползли вверх. Ах, и никто не хотел этого видеть. Они отворачивались и копили новую боль и злобу, чтобы выплеснуть ее. Ах, принести больше новой боли. Ах, когда-то здесь жила ведьма. Она не всегда была ведьмой. Никто не называл ее так в то время. Она любила этот мир, она любила жизнь в нем. И жажда жизни пылала в ее глазах. Она хотела сделать этот мир лучше. Она изучала мир, она знала о замке. Она хотела остановить замок. Но она не могла этого сделать одна. А тот, кто был с ней, не помог ей. Он никогда не был рядом. Она казалась сильной, но была слаба. Она вырастила свой цветок души. Она думала, что цветок разрушит замок. Но замок рос. Она не смогла остановить его. И однажды замок поглотил ее цветок. Ах, она потеряла самое дорогое. Это навсегда изменило ее. Она прокляла этот мир и жизнь в нем. Она никогда не станет прежней. Как бы ни старался тот, кто был с ней, но никогда не был рядом. Ах, принеси больше новой боли. Все, дай мне посмотреть на нее, и я расскажу историю. За каждую собранную боль десятками, походу. Это рассказчик, была ачивка. Знакомство с рассказчиком, и видите, типа за 20 он мне рассказывал, за 10, ну и так далее. Короче, я понял. Не понял только... А, во, все, понял. Окей, ключ. Нет. Еще надо немножко боли. У вас не будет немножко боли? Так, ладно, так, это, конечно, все славно. Это все славно. Ну, что делать-то? А, я знаю, что делать. Что-то кабан на меня забил.
пустяка. Так-то лучше. Что это такое? А, картинки. Одну пропустил, кстати, уже, видимо. Ты кабан, ты чё? Алло, кабан. Ну, идем сюда, давай, как-то мы тебя запрем в этой пещере. Ты нормальный вообще? Или типа теперь тебе пофиг? Ой. Неожиданный поворот. Так, ладно, крутим. Ой, крутим, я говорю. Ну отстань от меня, летучая дрянь. Иначе я тебя съем. Полезли, давай, 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 давай. Так, забираем. Ну, где-то здесь, да? В точности следуем инструкциям. Ай, чуть-чуть не попал. А, ну, наверное, хотя он сам бы и не наделся на крюк. Ну ладно. Когда сойдет? Тащим, потащим. И последний. Последний штрих, хотела сказать, но... Ой, ладно, не страшно. Главное, чтобы он на крюке был. А он на крюке, значит, все норм. Ты нашел канистру? Да. Я нашел канистру. Гля, вот она. Так можно мне рыцарем уже поиграть? Я готов, я согласен. Так. Чё скажем? Ты нашел канистру? Да ты слепой или что? Отлично. Это просто отли... Вторая половинка не опустилась. Ты можешь сделать с ней что-то? Сейчас посмотрим. Может и могу. Ой-ой-ой. А с этим я ничего не могу сделать. Ну, это ожидаемо было. Я знал, что так будет. Да. А по веревочке я лазить не умею. Ну, веревочка это дофига. Ой. Ну, спасибо. Веревочка это дофига сложно, чтобы по веревочке лазить. Нормально. Может, я руками ее могу? А, ну ладно. Потом поговорим там, да? Ну, я жду тогда. Я думал, мы поговорим и здесь, а... Все серьезно? Ты рофлишь, что ли? Ты спас меня! Если бы мне пришлось еще один день заваривать солому из матраса вместо чая... Я не знаю, что бы сделал. Ничего.
начал бы заваривать листья с дерева. Снова. Где награда? Ты знаешь, я посвятил всю жизнь картам. О, я сделал множество карт. Около 3. Правда, это не то чтобы карт реальных мест, но... Так, маяк, домик, череп, елка, 4 лиственных деревья, крестики. Круто. Ох-ох. А где мой лифт? Я почти точно помню, что у меня был лифт. Веревка оборвана. Наверное, он застрял внизу. Не взглянешь, что с ним? Да чего глядеть-то, я и отсюда вижу. Я так и думал, это слизь, она повсюду. Замок, он расширяется, и слизь приходит с ним. Моя бедная веревочка. Мне нужен материал, чтобы починить ее. Я видел паучков в пещере под домом. А где паучки, там и паутинка. Знаешь, в их паутинку многое попадается. Мошки, комары, жучки, белки, совы. Но что более важно, в ней можно найти разные предметы. Вот я и подумал. Вдруг в паутинку мог попасться паучий шелк. Тогда я мог бы починить лифт. Вот, возьми ключ от шахты. Но будь осторожен. Однажды я видел в паутине стаю волков. Волки очень опасны. Спасибо, капитан. Ага, все. Он увлекся чаем, базарить со мной больше не хочет. Что ж. В сущности, это его дело. Корить я его не могу. Тут странно пахнет. О. И чё? Белочками. Или енотом. Как пахнет енот? Наверное, вот прям как тут. Желудь на палке. Кто-то дружил с белкой или енотом. Так, выходим. Аккуратненько спускаемся. Так, очередной чайный столик. Но нет чайничка. И мне не с кем пить чай. Она не умеет прыгать, если что. Но умеет, кстати, быстро бегать достаточно. Ой, чайничек. Чайничек определенно того стоил. В нем дождевая вода и немножко соломы. Откуда она тут? Не буду выливать. Получится отличный чай. Наверняка. Ну, понятно, что это за чайничек. Но вопрос, да. Откуда он здесь? Так что, все? Я что, думал, что я почаемничаю? Качеля сломана. Здесь все немножко любят примерить, я смотрю. Костюм адмирал Ясен Перец. Не хотите ли выпить немного чая? Растения засыхают. Наверное, когда-то тут было красиво. Ну я же не зря сюда лезу, правильно? А нет, зря. Ну давай, спускайся. Чё, и сюда прям зря? А сюда я не могу. Ладно, заходим. Чё тут у нас?
А, так это дом. Помните, в самом начале? Я здесь бежал. Ну-ка, что за патефон? Ну нет, 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 нет. Блин, с управлением игры проблема. И обнова, которая вчера вышла, к сожалению, не решила ее. Старинный проигрыватель. Удивительно, что он еще работает. Я так понимаю, все двери, которые типа мне не нужны, будут заперты. А, я даже поговорить не могу. Опа. И холодильник для меня недоступен, а это уже нечестно. Да ладно. О! Гля, так подожди, это дочка его получается. И я только что ее шуганул, ну если это главный герой, это он. Что происходит? Простите меня, что за депрессивная крепотища? Я не знаю ни одного номера. А, ну и все, здесь я... Или подожди. Эта дверь всегда закрыта. Окей. Не-не-не, подожди, смотреть его. Хлопья, яйца, бурбон. Очень похоже на мой набор, если честно. А, вон дверка открыта теперь левая. Подожди, подожди, назад. Очень похоже на мой пищевой набор. Хлопья, яйца, бурбон. Еще курицы не хватает. И в принципе норм. Темно. Тут должен быть выключатель. За ящиком что-то есть. Я не дотянусь. Где тянешься? Тяжелая железяка. Так может мы ее как-нибудь применим? Нет? Опа, здорово, я иду. Не-не-не, подожди, я иду. Ну ладно. Большая коробочка, на нее можно встать. Да блин, это ж какой-то клевый подарок. И внутри... кукла. Даже смотреть нельзя? Серьезно? Ну ладно, коробочка так коробочка. Погнали, мне. Ну, это быстрее, чем ее тащить очень медленно в руках. В принципе, ладно. Ну, поднимай. Ну, видите, как медленно? А так она скатилась по быструхе, норм. Так, 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 привет. Ты чей, малыш? Почему ты сидел тут один? Так, ну это тоже игрушка. И это у нас собака, заяц. Заяц, похоже. Или собака. Хрен поймешь. Новый друг достижения. Такс. Ну и походу все, на этом я буду заканчивать. Реально очень крипово. И судя по тому, что вот сейчас мы видели в голове с девочкой, еще и очень трагично, помимо того, что крипово. Если честно, очень интересно узнать, что будет дальше. Опять-таки, нарратив очень такой
визуальный скорее, то есть прямым текстом ничего не говорится, остается только догадываться, но пока что не слишком заумно и не слишком СПГСно, и поэтому интересно. Надеюсь, дальше будет так же. Или лучше. Лучше. Ну, вы поняли. Ну, об этом... Ну, а как будет дальше, мы узнаем уже в следующем выпуске. А на этом все. Спасибо большое, пиржата, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, жмите колокольчики и все остальное. С вами был Старпер. Всем счастливо.